Лос-Анджелес. Город ангелов. Скорее, город маленьких грязных тайн. Мне платят за то, что я копаюсь в делишках его достойнейших жителей. Я частный детектив. Меня зовут Филипп Марлоу. Насколько частное у вас расследование, мистер Марлоу? Чем я могу вам помочь? Найдите моего любовника. Он не попрощался. Ему есть что скрывать? Как и всем нам. Чего хочет моя дочь? Моя мама снималась в кино. Надо? Давайте еще раз. Она решила, что между нами что-то есть. Я слышал, вы кого-то разыскиваете. Все мы кого-то ищем. Дам 1000, если найдете его для меня. В пазле много частей. Как знать, что вы обнаружите? Я прыгну в пропасть и потащу вас за собой. Мне нравится, что вы ничего не боитесь. А стоило бы. Они все между собой повязаны. Вы будете искать, потому что вы такой упертый. Полиция вас не тронет, а я трону. В списке горожан, с кем не стоит связываться, они на первом месте. В Голливуде главное знать, когда твоя игра окончена. Мы войдем и выйдем живыми. И я спрашиваю себя, кто же побеждает. Я сделаю все, чтобы вы встретились! У всех есть секреты, мистер Марлоу. А что насчет ваших? Их вы тоже сохраните.